Мы вновь сменили свои декорации. В этот раз вместо моря фоном нам служит крыша жилого комплекса «Альфа». Вот отсюда весь город видно буквально как на ладони. Под открытым небом на 45 метрах над землей 20 прямых эфиров. Так начиналось наше утро нового дня в августе 2019-го. Очень соскучились по шуму бурлящей жизни в городе. И по виду, по всей этой зелени, потому что пляж это, конечно, прекрасно, но это достаточно монохромно, хочу сказать. А здесь, собственно говоря, зелень. Здесь видно неапольский. Вот отсюда действительно видишь, насколько богатой зеленью наш город, и видно, насколько он прекрасен. Хотя и тут не обошлось без экстрима. Ну что, пришел небольшой дождик, и это, по-моему, только украшает наш эфир, потому что это экстрим. Я надеюсь, он ни в коем случае не подмочит нашу репутацию сегодня. Репутацию не подмочили и пробираясь сквозь чащобы нашей новой съемочной площадки, где даже завели своих животных. Даже два попугая, а весолом, это зелененький, и сардонапал синенький, они прилетели, чтобы просто посидеть на этом прекрасном, очень комфортном столе. Они постоянно прилетают, заметь, и вот выбирают этот стол. Удивительно. Не зря же в зимнем саду сидим, хоть какие-то птицы-то должны здесь водиться. Еще 20 прямых эфиров и два экзотических попугая вместе с утром снова переехали. В этот раз в честь перехода с аналогового на цифровое вещание. 13 ноября. Что будет? Ноября. Солнечно, без осадков. Ветер северо-восточный, 7 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до 13 тепла, ночью до 9 со знаком плюс. Со знаком плюс мы готовы начинать каждый ваш день с понедельника по пятницу с 7 до 9 в программе «Утро нового дня».